Итак, станочек позавальный. Позавальный станок. Для изготовления дверок, жалюзи деревянных с определенным шагом. Позволяет работать по программе с чередованием пазов и пробелов между ними. Расстояние указывается вот здесь C1, C2, C3 в количестве пазов пропускаемых. Итак, нажимаем эту кнопочку, чтобы у нас была возможность передвинуть наши рейки. Вот эти вот. Здесь у нас зажать, разжать. В ручном режиме у нас нет, не работает программатор, поэтому что мы делаем? В ручном режиме мы нажимаем старт. Здесь мы регулируем, насколько быстро он заезжает внутрь. Быстрее, медленнее.